Библиотека номер 18 Северного округа поздравляет своих читателей с наступающим Новым годом и предлагает познакомиться с историей жизни елки, о которой рассказала Зеленина Татьяна Владимировна в своей книге «Елка моего детства». Каждый раз, когда приближается праздник елки, мы испытываем какое-то удивительное и радостное чувство. И сколько бы мы ни жили на свете, каждый раз заново, как впервые, переживаем ожидание чуда, связанного с Новым годом и Рождеством. Вот об этом книга Татьяны Владимировны Зелениной, заслуженного работника культуры, заведующей отделом «Городская художественная культура» Музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», автора многочисленных научных работ и двух книг «Тайны старого дома» и «Елка моего детства». Татьяна Владимировна награждена Пушкинской медалью. Сегодня нас уже трудно чем-нибудь удивить. На елках столько фантастических в своем великолепии стеклянных шаров, переливающихся разноцветными огнями гирлянд, мерцающие мишуры. А ведь еще совсем недавно елочки были очень скромны. Свечи до сласти. Но и сейчас малыши смотрят такими же восторженными глазами на украшенные елки, на Деда Мороза и Снегурочку. Жизнь меняется, а традиции отмечать Новый год у елки и дарить подарки остаются. Что собой представлял праздник в Архангельске, начиная с XIX века? Об истории елочных украшений вы узнаете из книги Татьяны Зелениной «Елка моего детства». Чтобы приблизить самый волшебный праздник зимы, предлагаем уже сейчас начать готовить подарки для своих родных и друзей. Сегодня будем мастерить елочку-сумочку, куда можно спрятать милые сувенирчики, конфеты, маленького игрушечного котенка или кролика, брошку и многое другое. Немного фантазии, трудолюбия, и ваша елочка готова. Для изготовления елочки с секретом вам понадобится цветная бумага, ножницы, клей, двусторонний скотч, конфетки, карандаш, стразы и фигурный дырокол для снежинок. По шаблону из цветной бумаги вырезаем деталь елочки. По пунктирным линиям сгибаем половинки елки, образуя донышко. С помощью фигурного дырокола нарезаем снежинки. Наклеиваем снежинки на елочку. Елочку украшаем стразами. С внутренней стороны на основании елки наклеиваем двусторонний скотч. Снимаем защитный слой и наклеиваем конфеты. Обычным дыроколом прокалываем отверстие в верхушке елочки. Завязываем бант из ленты или делаем петельку. Ваша елочка с секретом готова. Такую елочку можно подарить как сувенир. Можно украсить новогодний стол. А можно устроить сюрприз детям.
повесив ее на новогоднюю елку. Малыши будут рады найти сладкий подарочек.